Недавно я у подружки обрезала деревья, и, честно говоря, когда вот много обрежешь веток, то кажется, ой, боже мой, какое все лысое, что-то я, наверное, лишним сделала. Вот эту сливу перетягивал на себя куст винограда, он до него дотянулся, и немножко дерева получилось на бок. Но ничего, я виноград тоже весь убрала, все будет со временем выровнено. Но все равно вот это вот в душе как-то кажется, наверное, слишком много обрезано. Но вот пример вам сейчас будет то, как получается после обрезки. И вот хочу показать. В прошлом году я у сестры в белом яре также обрезала, как и в этом году. На предыдущих видео показывала. Вот, сильно мы его обрезали. И тем не менее, все обросло. Вот висят сливы. Деревце хорошее. Все обросло, все замечательно. Уже можно в этом году еще подровнять, чтобы оно не было таким высоким, чтобы удобно было собирать. Вот тут все подровнять. Старых веток нет. Вот это подровняем. Все будет замечательно. Не надо бояться резать растения. Все это возобновляется. И каждое растение любит формировку, будь то каштан, ива, смородина, яблоня, сливы. Каждое растение любит формировку.